Всем привет! Я Лена из Белгорода, и мы приехали смотреть Москву. И нам покажет ее коренной москвич. Хочешь, могу паспорт показать? Свободное кино представляет непридуманные истории про обычных людей. Если вы так не делали в детском саду, значит, с вами явно что-то не так. Иногда бывает не до смеха. Вам необходимо продиктовать все цифры на банковской карте. Это же почти вся моя пенсия. Но в любой ситуации... Добрый день, коллеги. Не нужно терять чувство юмора. Это что было? Я доем. Виктор Добронравов. Данный аппарат изымается в связи с оперативной необходимостью. Роман Попов. Заплатил за девушку в кафе. Сексист. Не заплатил за девушку в кафе. Не мужик. Галина Стаханова. Внучок, мне 80 лет. Личный кабинет, я хожу только по нужде. Илья Хвостиков. Принеси мне этот набор мой для медитации. В фильме «Рассмеши меня». Можно теперь я?